Еще раз всех приветствую. Давайте вот прям финально определимся. Меня слышно, меня видно, и мы готовы начинать. Я вижу, что есть какие-то проблемы, да, у некоторых из участников. Будем сейчас пытаться их решить по мере проведения вебинара. Все ли хорошо видно? Все ли хорошо слышно? Отлично. Все хорошо. Здорово. Прекрасно. Ну что ж, давайте уже начинать, да, потому что уже 6 минут, как должны были рассказывать про краудфандинг и общаться на эту тему. У меня только предварительно одна просьба. Если вы задаете вопросы, а это приветствуется, пожалуйста, постарайтесь их задавать, ну, не больше 3, да, если вы видите, что уже больше 3 вопросов задано, попробуйте подождать, потому что, ну, мне физически будет сложно все вопросы вот таким залпом обрабатывать. Тем не менее, на все вопросы обязательно отвечу и все решим. Итак, начнем с определения краудфандинга и с презентации непосредственно. Итак, что же такое краудфандинг, что же это такое за страшный зверь? Естественно, слово не славянского происхождения, слово иностранное, состоит из двух частей: крауд – толпа, аудитория, люди, фандинг – финансирование. Соответственно, первая вещь, первый главный этап, который позволяет реализовать краудфандинг – это финансирование, привлечение денег в вашу идею, в ваш проект. Каким образом это происходит? В случае с данной системой финансирования средства предлагается внести аудитории, которая заинтересована в этой идее. И для того, чтобы стимулировать, мотивировать публику, ну потому что все-таки со своим честно заработанным рублем расстаться не всегда просто, есть система мотивации. Это ранжирование конкретных сумм, которые человек может внести, и получить при этом определенные бонусы, вознаграждения за свой вклад. Начиная от самых небольших, да, 50-100 рублей, и за это человек может получить, например, благодарность в социальной сети от вас, как от автора, или благодарность по почте в электронном формате. И вплоть до очень дорогих, например, вы предлагаете какую-то большую весомую вещь или услугу. Внимание, это должна быть действительно либо вещь, либо услуга, ни в коем случае не инвестиции в чистом виде, то есть человек не должен получать проценты с продаж, например, да, с будущих. Это именно вещи материальные или услужные. Для того, чтобы вы понимали четко, что это значит, я, естественно, буду приводить примеры, так что испытаем все на кошках, как говорится. Если была цифра 1, значит будет и цифра 2. Помимо финансирования, краудфандинг позволяет решить еще один вопрос – привлечение аудитории. Привлечение внимания аудитории к проблеме, например, это тоже тот инструмент, который можно использовать. Привлечение людей к проекту. Это могут быть и волонтеры, это могут быть сотрудники, которые вам необходимы. Когда вы публично анонсируете информацию о том, что у вас запустился проект и вам нужен кто-то, этот кто-то с большей вероятностью найдется, нежели если мы будем молчать. Вот. Ну и, наконец, какую еще аудиторию может принести краудфандинговый проект? Это в том числе и инвесторы. Очень частая ситуация, когда средства собираются на часть проекта, а в итоге краудфандинговая компания позволяет привлечь человека, который вносит уже сильно большие деньги. Почему я так уверенно об этом говорю и почему все это действительно работает? Об этом позволяют сказать цифры. Вот сегодня буквально обновила данные по средствам, по людям, которые краудфандинг любят, им занимаются. В частности, 194 миллиона 700 тысяч рублей, на самом деле больше, да, но просто почему-то я копейки не стала добавлять сюда и рубли. Это те средства, которые были привлечены авторами наших проектов на свои идеи за 2,5 года существования вот конкретно нашей площадки. И что интересно, сейчас вот дай бог памяти, 150 или 160 миллионов из них было собрано только за прошлый год. Представляете, да, какая динамика? То есть 2,5 года существует в принципе данный сбор на нашей площадке, и 160 миллионов – это только прошлый год. То есть вот это колесо, да, эта динамика уже очень сильно растет и развивается.
Дальше вы можете тоже остальные цифры посмотреть, зафиксировать. Если нужно, я потом могу выслать презентацию. Запись вебинара тоже будет доступна, поэтому сможете посмотреть. Еще очень интересный момент – это возможность сегментирования аудитории. Почему мы их здесь показываем, почему мы их оставляем? Дело в том, что когда только-только запускалась планета, мы очень амбициозно планировали стать полноценной социальной сетью. Ну, немножко нас опередили, да, некоторые люди типа Дурова и Цукерберга, но тем не менее, тот функционал, который был реализован на самом старте, сейчас позволяет его использовать и получать наибольший эффект от, в частности, рассылок, например. Ну, то есть мы можем сегментировать аудиторию не только по демографическим признакам, пол, возраст, география и так далее, но в том числе и по интересам. То есть, когда человек поддерживает тот или иной проект, он публично заявляет о том, что ему интересно это. Ему интересен кинематограф, ему интересна музыка определенного жанра, ему интересны социальные проекты, проекты социального предпринимательства или благотворительные проекты и так далее. И вы уже можете тоже для себя понять, что вам необходимо на вот эту конкретную аудиторию, которая интересуется социальным предпринимательством, в частности, в том числе делать акцент при своей работе. Так, из чего же состоит все-таки успешный проект, чтобы мы уже от слов перешли к делу? Стандартная страница краудфандингового проекта выглядит вот примерно следующим образом. Это абсолютно реальный проект, который собрал успешно средства на свою реализацию. Из чего же он состоял? Первая часть – это видеообращение. Видеообращение – это, естественно, видеоформат, в котором вы рассказываете о своей идее. Вторая часть – текстовое описание. Все то же самое примерно, что и в видеообращении, но только буквами, картинками, инфографикой и так далее. Следующий пункт – ключевой, да, который тоже очень сильно отличает краудфандинг от некоторых других типов сборов. Это четкая фиксация той суммы, которая вам необходима, то есть это целевой сбор. И второй момент – это фиксация в том числе и по времени, то есть к какой дате, какому числу мне эти деньги необходимы. Эта система позволяет как автора активизировать, да, четко обозначить его уверенность в том, что он все правильно просчитал. Да, то есть вы должны четко просчитать, сколько средств вам необходимо, вплоть до рублей. И к тому же это отличная система мотивации и аудитории в том числе, потому что люди понимают, что вот завтра завершается проект, а послезавтра я уже поддержать его не смогу. То есть у меня не будет возможности получить этот бонус или стать соавтором, да, таким виртуальным данного проекта. Ну и, наконец, четвертый пункт, не наконец, но тем не менее, четвертый пункт – это акции вознаграждения, вот то есть та система мотивационных бонусов. Вот здесь даже можно посмотреть реальные примеры. Есть акция без награды, она у нас по умолчанию, в частности. За 100 рублей – это благодарность по e-mail, как раз тот пример, который я приводила. И дальше больше к этой электронной благодарности добавляется электронная книга, просто обычная книга, да, какие-то экскурсии и так далее. То есть нужно смотреть уже по конкретным примерам. То есть вы можете в данном случае очень креативить, творить, что-то свое новое придумывать. Здесь нет таких четких рамок для вас. Ну и, наконец, пятое слагаемое, без которого предыдущие четыре не работают, это продвижение проекта. Когда вы оформляете проект, когда вы безупречно, даже можем сказать, о нем рассказываете, это не гарантирует вам успешного сбора, потому что если вы будете молчать о том, что вы запустились, к сожалению, и аудитория к вам идти не будет. Следовательно, необходимо рассказывать о своем проекте, продвигать его. Пошли по этапам. Видеообращение, то, с чего мы начинаем. Поехали. Правила подготовки хорошего видеообращения. Откровенно говоря, это правила, которые касаются не только видеообращения, но в том числе и, в принципе, всего проекта. Например, первый пункт – определите для себя четко свою аудиторию. Поймите, на кого именно вы работаете, с кем вы говорите и как вы с ним говорите. Потому что в зависимости от того, на кого ориентирован ваш проект, вы должны понимать, каким образом строить с ним коммуникацию и где строить с ним коммуникацию. Следовательно, с этого начинаем. Вообще, в принципе, весь проект, как мне кажется. Дальше подготовьте текст и сценарий заблаговременно.
Почему это важно? Ну, мне кажется, подготовка, в принципе, очень ясный и понятный элемент, который необходимо делать заранее, насколько это возможно. В случае с видео это просто необходимо, потому что очень часто мы сталкиваемся с роликами, которые записывают, ну вот знаете, поставил веб-камеру перед собой человек и словесный поток на 10 минут. Согласитесь, это вызывает некоторые сомнения у аудитории, потому что, ну а, ты не можешь емко, понятно рассказать о своей идее за 2 и меньше минуты, это уже такой звоночек, да, потому что, ну, автор должен четко понимать, как донести информацию. А второй момент, 10 минут и вот такой тарабарщина, да, такая вот такой текст несвязанный, его смотреть просто-напросто неинтересно, и вы даже его смонтировать не сможете. Поэтому четко готовите текст конкретный заранее, и если у вас там игровой, например, ролик, который требует монтажа, и это здорово, также готовите полноценный сценарий, что, где, когда снимаете, что говорите при этом. Следующий пункт, позаботьтесь о качестве записи и звука. Как бы это очевидно не звучало, но тем не менее очень частой проблемой является именно качество реализации. Откровенно скажем, что в настоящий момент есть довольно много ресурсов, которые позволяют успешно записать. Ну, во-первых, сейчас есть очень много фотокамер, которые вы ставите на штатив, и все прекрасно. И скорее всего, есть большая вероятность, что если даже вы непосредственно не прекрасный оператор или фотограф, что бывает везде и всюду, то, скорее всего, у вас есть друзья, которые этим занимаются и могут вам помочь. Ну, согласитесь, это логично. Если вы хотите реализовать свою идею, которая соберет вокруг вас много людей, ну, в том числе и подготовка к воплощению этой идеи, тоже должна быть сделана качественно. И, ну, черт побери, какой же вы автор, если не сможете найти хорошего видеооператора? Как же вы сможете дальше тогда реализовать свою задумку? Хороший вопрос. Так вот, делаем хорошее качество у видео и звука. Причем очень важный момент про звук. К сожалению, часто люди упускают вот эту деталь и делают, например, прекрасную картинку, но совершенно не слышно, о чем говорит автор. И, ну, представляете, да, вы постарались, вы сделали все очень здорово, а в итоге вас не слышно. Не забудьте еще и об этом. Публикуйте видео одновременно с запуском проекта. Четвертый пункт. Как бы это странно ни звучало, но многие наши авторы говорят, а давайте мы запустим проект, а потом уже видео добавим. В принципе, технически это возможно, это реально. Однако, чего вы как автор лишаетесь в этом случае? Вы запускаетесь, начинаете активно рассказывать о своем проекте, в него начинает приходить публика. И что желает публика? Поподробнее узнать о вашей идее. В итоге аудитория видит только колбасу, как ее ни назови, текста, а публика не очень любит читать. Ну вот откровенно скажем, да, когда мы в сети, мы очень любим быстро получать информацию, за очень редким исключением. А уж тем более, когда речь идет о краудфандинге, хочется быстро понять, что же вот автору нужно, и сделать то, что он просит, да, или сказать, вы знаете, мне это неинтересно. Так вот, если мы не видим ролик, к сожалению, мы можем уйти очень быстро, потому что у нас нет, скажем так, удобной формы получения информации. А потом второй раз, когда вы приглашаете ту же самую публику в проект, то человек просто скажет, ну, вы знаете, я уже видел. Я вот уже видел, как оформить проект, мне было не очень интересно, так что я ушел. Второй раз я не приду. Все, мы аудиторию потеряли. Дальше хронометраж 2,5 минуты. Здесь, я думаю, долго объяснять не нужно. В сети мы предпочитаем смотреть очень короткие ролики. Чем более емкая, интересная, яркая информация, тем большая вероятность, да, что мы посмотрим этот ролик. 10-минутные и больше ролики мы, ну, в лучшем случае пропрыгаем, да, если это не кино, да, если это не какой-то действительно информационный, насыщенный материал. Ну и, наконец, пункт очень важный, хоть и последний в данном ранжировании, побуждение к действию. Вы рассказали о своем проекте уже вот прекрасно, блестяще, аудитория от вас в восторге и уже хочет вот что-то сделать. Скажите, что ей нужно сделать. Скажите, попросите их поддержать ваш проект, стать соавтором вашей идеи, где бы человек ни был. И пусть даже за 5, за 3, за сколько хочешь тысяч километров он стал вместе с вами реализатором этой задумки. Это очень важно.
Какая же структура у видеообращения? Фактически это в той или иной степени сторителлинг. По крайней мере, профессионалы рекомендуют, профессионалы именно с точки зрения записи видеороликов для краудфандинга, рекомендуют структуру повествования так называемого. То есть мы как сказку рассказываем свою идею. Вот есть мы, наша команда, возникла такая-то проблема, которую мы решили разрешить. Как мы ее воплощаем в жизнь, нашу идею, на что именно нам необходимы средства. То есть мы говорим не только сумму и на что она нужна, но мы говорим четко и конкретно, на какие позиции она необходима, эта сумма. Потому что, ну, условно скажем, организация мероприятия – это общая цель, но аренда оборудования, площадки, техники, логистика – вот это все конкретные цели. То есть никто не требует смету, однако, если вы будете поэтапно рассказывать, на что именно пойдут деньги, больше вероятность, что аудитория вам доверится, вам поверит. Ну и, наконец, завершаем призывом к действию, конечно же. И дальше смотрим видеоролик. Продемонстрировала, потому что мне очень хотелось вам показать, что вот та структура, которую выше проговаривала, она не жесткая. То есть вы можете каким-то образом ее под себя подстраивать и доносить информацию вот с тем месседжем, с тем сообщением, да, с тем смыслом, который нужен именно вам. Вот в данном случае команда авторов решила реализовать это таким образом, и очень здорово, как мне кажется, это сделала. Причем этот проект абсолютно реальный, то есть вы прямо сейчас можете зайти его и поддержать, им поддержка очень нужна. Вот, намеренно показываю в наших презентациях актуальные проекты, чтобы авторов так или иначе поддерживать. Следующий этап – это текстовое описание. Фактически у нас дальше в структуре появляется тот же самый сторителлинг. Не поверите, но структура точно такая же, как у видео, даже можете ее там не копировать, не записывать, она ровно такая же, как и в видео. В чем же разница? Разница в том, что здесь вы не ограничены определенным хронометражом, то есть у вас пространство для творчества максимально широкое. Более того, помимо текста вы можете и должны, вот давайте так буду говорить, вы должны
добавлять еще и фотографии, иллюстрации, изображения какие-то, показывать свою команду. Вот это очень важный момент, которого мне иногда очень сильно не хватает и в текстовых описаниях, и в видеообращениях, это команда изнутри. Знаете почему? Потому что мы привыкли с вами видеть уже готовый, ну, грубо скажем, продукт, готовую услугу. Ну, это уже стандарт и норма нашего поведения. Но очень редко мы наблюдаем тех, которые создают этот продукт, эту услугу. И в итоге так интересно бывает заглянуть за кулисы, посмотреть в лица этих людей, посмотреть, чем они еще занимаются. То есть добавляйте вот такие моменты, особенно в текстовое описание с фотографиями. Это позволяет, скажем так, больше довериться тем людям, которых ты реально видишь. А еще один маленький такой секретик – это добавление инфографики. Если у вас есть такая возможность, создавайте инфографичные изображения, иллюстрации, потому что они позволят вам сократить текст визуально очень сильно, и ту информацию, которую вы можете донести там в 2-3 абзаца, вы можете показать картинкой. А картинку всегда интереснее смотреть, чем читать текст, ну, по крайней мере, зачастую. Через каждые 2-3 абзаца ставьте иллюстрации по возможности. А еще вот такой момент. Текст разделяйте блоками. Вы понимаете, что вы сначала хотите рассказать, например, о команде, вы ставите блок «Команда». Это можно сделать, например, выделением жирным, да, какого-то текста, либо как вариант еще в фотошопе, просто специальный текстовый блок, да, сделайте, как картинку это поставить. Команда, история проекта, сам проект, финансовая цель и так далее. И дальше у меня есть прекрасный пример, как делать не нужно. Вот такой вот пример. То есть ни в коем случае колбасу текста не добавляйте в проект, его читать скучно. Вот такой вот текст, такое описание. Перемежайте. Даже идеальный текст требует изображений. Следующий пункт – финансовая цель и период действия проекта. Из чего же состоит финансовая цель? Минимальная, кстати. То есть финансовую цель, которую мы заявляем в проекте, она должна быть минимальной. Тем не менее, из чего она должна состоять? Первое – это средства, необходимые для реализации проекта. Здесь все понятно. Вы четко просчитываете, сколько денег вам необходимо. Второй момент – это комиссия планеты и платежных агрегаторов. То есть мы честно говорим о том, что мы берем по итогам проектов свою комиссию. Из чего она состоит? Вот здесь есть три блока, на самом деле, надо их как-то все-таки не горизонтально, а вертикально выделить. Первый вариант – если вы собрали более 100% заявленной финансовой цели. В этом случае комиссия планеты составит 5% и 5% платежный агрегатор. Что такое платежный агрегатор, чуть позже скажу. 10% итого, 100 и более. Если сумма чуть-чуть недособрана, да, как мы внутри команды говорим, от 50 до 99%, то комиссия наша повысится до 10% плюс те же самые 5% платежного агрегатора, то есть 15%. В случае, если сумма не собирает даже, вернее, проект не собирает даже 50%, тогда средства возвращаются аудитории. То есть фактически для вас это нереализованный проект, но при этом вы получили, как автор, четкое понимание, чего не хватило аудитории. Ну, то есть вы можете оценить, почему вы не собрали. Возможно, вы не доработали по продвижению. Это очень частая проблема на самом деле многих проектов. И вы можете непосредственно у аудитории спросить, а что вам поменять, что вам изменить для того, чтобы ваша задумка все-таки была желанной. То есть это такая еще возможная фокус-группа для вас, абсолютно бесплатная. Что же такое платежный агрегатор? Да, как обещала, скажу. Это система, которая позволяет проводить средства различными путями. То есть это и банковские карты, это терминалы Kiwi, это WebMoney, Яндекс.Деньги, платежи смс-ками. На самом деле их очень-очень много. То есть это та система финансирования, которая позволяет очень много вариантов реализовать для того, чтобы люди заплатили. Вот. И они берут, естественно, свою комиссию. Смотрите, важный момент. Я знаю, что некоторые благотворительные проекты также среди авторов могут быть представлены, и поэтому решила добавить несколько слов об условиях для благотворительных проектов. И что же это такое?
Смотрите, во-первых, благотворительные проекты для нас – это проекты, заведенные от некоммерческих организаций. Обязательно. То есть это ключевое требование. Без НКО мы просто-напросто в данную категорию проекты не заводим. Что есть еще благотворительные проекты для нас? Это помощь тем или иным способом социально незащищенным группам граждан или животным. Вот, соответственно, если ваш проект по данной тематике подходит, вы можете у нас быть заведены как благотворительный проект. Что это дает для вас? Во-первых, это отсутствие нашей комиссии. То есть вот комиссия именно Планета, платежный агрегатор свою комиссию берет, фактически на самом деле это 5%, 5,9%, которые включают в себя в итоге комиссию платежных агрегаторов плюс сервисные сборы вот за банковскую обработку всех платежей. Вот. Дальше, гарантированная выплата любой суммы. Это значит, что для благотворительных проектов вот та система, о которой я говорила выше, 50%, 99%, 100% и так далее, ее нет. То есть сколько вы собрали средств, столько вы получаете, если вы благотворительный проект. Ну и, наконец, это многократное продление проекта. Вы можете несколько раз ставить дату завершения чуть дальше. У коммерческих проектов, как мы их называем, данной услуги нет. Налоги. Это еще один пункт, который включает в себя, должна включать в себя финансовая цель. То есть если вы не НКО, ну, если вы НКО, тоже должны думать о налогах, естественно, тем не менее. Если у вас физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вы, естественно, вы должны спланировать, сколько еще процентов заложить в финансовую цель для того, чтобы четко собрать необходимую вам сумму. У индивидуальных предпринимателей с упрощенной системой налогообложения, я помню, это 6%, да, у ООО там много разных вариантов. У физических лиц это НДФЛ 13%, соответственно, заранее также плюсуйте эти проценты. Следующий пункт – затраты непосредственно на акции, то есть четвертый этап, из которого еще может на самом деле, то есть это опционально состоять финансовая ваша цель. Что это значит? Это те, например, сувенирные вещи, которые вы решили еще дополнительно добавить к проекту. То есть вы помимо тех вещей, которые можете себе позволить бесплатно, еще решили напечатать футболки в качестве вознаграждения человеку за его возможный вклад. Или это могут быть ручки, кружки, ну, в общем, вы сами понимаете, какая может быть сувенирная продукция. Откровенно говоря, я такие вещи делать не очень рекомендую. То есть футболки, кружки и так далее работают прекрасно с известными лицами, с известными людьми и брендами. С теми лицами и брендами, которые пока еще не так знамениты, этот инструмент работает крайне плохо. И я его добавлять не рекомендую, потому что для вас это дополнительные финансовые траты, которые, ну, на мой взгляд, в краудфандинге не оправданы. Все-таки вы собираете средства на реализацию идеи, а не на то, чтобы напечатать футболки или кружки. Я буду приводить примеры в акциях, да, таких вещей, просто чтобы вы знали, да, насколько для вас удобно это использовать, решайте, естественно, сами. Ну и финальный слайд на тему финансовой цели и продолжительности проекта. Как я уже говорила, финансовая цель минимальная, потому что зачастую это первый опыт для вас, как для автора, а тут и с названием-то системы пока еще надо выучить, да, краудфандинг. Очень многие наши авторы запоминают только под завершение проекта. Нужно еще и понять вообще, как эта вся система работает, поэтому первый проект должен быть самым простым, самым очевидным, самым понятным и малобюджетным. Вам нужно нарабатывать аудиторию, которая будет вас поддерживать. Вот и в данном случае я привела два проекта абсолютно реальных, которые собирали разные суммы. Первый из них собирал 80 тысяч рублей, вот можете видеть, цель проекта 80 тысяч, собрали 96. Второй проект собирал 1 600 000, то есть первый из них собирал на часть проекта. Ну, то есть, например, мы открываем детский сад, и нам нужно собрать средства на, ну, условно скажем, для ремонта, конкретно шпатлевку, грунтовку, в общем, какие-то строительные материалы. И мы конкретно на них собираем. Это уменьшает сильно финансовую цель, делает ее более понятной и реальной.
То есть, когда я вкладываю в финансовую цель 80 тысяч рублей свою тысячу, я чувствую ее значение, я чувствую, насколько помогла проекту. А если финансовая цель 1 600 000, то есть полностью, сколько нам средств необходимо для того, чтобы запуститься, ну, моя тысяча в них как-то, ну, совсем потеряется. Такие большие финансовые цели возможны, если вы запускаете третий и четвертый проект, да, то есть это у вас уже очередная история в большом списке. Но, или у вас есть какое-то известное уже лицо, или вы уже давно в бизнесе и можете себе позволить вот такую большую финансовую цель поставить. Продолжительность проекта, то, о чем также необходимо сказать, рекомендуемая, обращаю внимание, от 1,5 месяца до 3. Это значит, что вы можете заявить, естественно, финансовую цель, продолжительность и меньше, и больше, но это просто те рекомендации, которые мы можем давать. Почему не меньше? Потому что аудитория просто может не узнать о вашем проекте. Человек может быть в отпуске, у него может быть, там, не знаю, свадьба, ему сейчас не до этого, у него может быть завал по работе, и он просто, ну вот, в ближайшие, как минимум, там, 2 недели, он, в принципе, не выходит в социальные сети, он занимается четким делом, которое у него сейчас есть. Почему не больше 3 месяцев, опять же? Потому что аудиторию необходимо держать в тонусе. Если мы заявляем большую продолжительность проекта, полгода, год, тогда человек начинает откладывать на завтра. Ой, в этом месяце у меня что-то как-то без премии получилось, я, пожалуй, перенесу на следующий. А в следующем месяце появилась премия, но он уже ее потратил на отпуск. А потом ремонт, а потом родился племянник, а потом, ну, в общем, вы понимаете, как это работает. Тем не менее, всегда у проектов, которые собрали 50%, есть возможность продления на период не больше изначально заявленного. Это значит, что если ваш проект подходит к завершению по времени, вы собрали уже 50%, вы можете продлить его еще на тот же период, который вы изначально заявили, или меньший, как вам будет комфортно и необходимо. 4-й этап – акции или вознаграждения. Те самые мотивирующие бонусы, которые позволяют аудиторию стимулировать, поддерживать вашу задумку. Первое – это безвозмездные акции. Спасибо, спасибо маленькое, большое, зеленое, кривое, на бумажке, в цифровой версии, в общем, любое спасибо. Это нематериальная благодарность, которая, кстати, тоже очень отлично работает периодически, которой нужно пользоваться, я абсолютно в этом уверена, потому что есть многие люди, которые, ну, скажем так, не хотят ничего, вот им не нужно. Вот, например, я такой акционер, мне совершенно не нужны какие-то материальные блага, я просто хочу помогать. У меня такое в последнее время очень часто бывает, на планете таких людей много. Но далеко не всем интересно спасибо. Все-таки людям иногда нужны бонусы. Для этого существуют нематериальные акции с вознаграждением и материальные. Что это значит? Абсолютно реальный пример из проекта «Велоночь». Это группа энтузиастов, любителей истории, ну, это реально действительно историки, которые помимо своего увлечения прошлым еще интересуются и велосипедами. Они любят большими группами выезжать ночью в определенный район города, причем они это делают в разных городах, в принципе, уже даже мира, потому что по центральной России они очень много путешествовали, по Уралу путешествовали, за границей было много вариантов. Вот это, кстати, пример из Воронежа. Они собирали средства на организацию «Велоночи», и одним из бонусов, одной из акций была возможность проведения еще дополнительной экскурсии в рамках вот этого мероприятия. То есть для всех вот такой объем, а для вас, для особых наших друзей, еще дополнительные какие-то возможности. Дальше это благодарственные доски, не знаю, все что угодно, благодарность в книге, благодарность где бы то ни было, но уже в таком, скажем, материальном в том числе даже виде. Например, вы открываете тот же самый детский сад, и у вас табличка благодарственная какому-то конкретному человеку или нескольким людям. У меня, допустим, был абсолютно реальный пример. Я поддерживала проект одного санкт-петербургского театра, и они на заднике
стульев, да, вот этих кресел театральных, еще повесили таблички с именами. Это не значило, что это ваше именное кресло, но просто это так приятно, когда имя там твое или твоего близкого человека есть где-то в Питере, на одном из кресел, в одном из театров. Это так очень здорово потом прийти туда и посмотреть, и сфотографироваться. Нематериальные акции. Собираем средства на книгу, дарим книгу. Сувенирная продукция, о которой я говорила. То есть этим тоже можно мотивировать аудиторию, но важно подумать, насколько аудитории это нужно. А еще третий вариант, который очень интересный и которым я настоятельно рекомендую пользоваться, я его условно называю для себя «Если ваш друг Петр Налич». Это значит, что у каждого из нас есть бывшие одноклассники, одногруппники, которые когда-то были просто Петей, Васей и Женей, а сейчас они музыканты, или сейчас они играют в театре, или сейчас они работают на телевидении и так далее. И они могут, во-первых, дать что-то физическое, ну, то есть, как в данном случае, Петр Налич абсолютно реальную свою гитару вручил в одном из проектов за какие-то, естественно, бешеные деньги, но тем не менее, какая вообще у вас есть возможность, каким образом получить гитару своего кумира или известного человека иначе? Ну, либо с ним нужно быть очень близко знакомым, и то есть у меня некоторые сомнения, что не так просто раздают свои гитары. А здесь можно и доброму делу помочь, и получить, вот, например, такой раритет даже иногда. А почему я привела в пример, например, пример работников театров или телевидения? Это прекрасная возможность для проведения экскурсий. Провести экскурсию за кулисами, провести экскурсию в студии. Вот, по-моему, это очень-очень интересная акция, которая вам стоить особенно ничего не будет. Вам нужно просто связаться со своим старым добрым другом и попросить его вас поддержать вот таким необычным способом. Пятый этап продвижения на самом деле самый сложный, потому что самый продолжительный и эфемерный даже немножко. Три аудитории условные, на которые нужно ориентироваться при продвижении проекта. Первое – ближний круг, друзья и родственники. В основном они обитают в социальных сетях или в телефонном доступе. Первой и главной рекомендацией является, опять же, подготовка заранее. Как бы это комично ни звучало, но стратегию работы с друзьями и родственниками нужно продумывать заблаговременно. То есть вы должны четко понимать, с кем, когда именно и как вы общаетесь. Кому-то нужно позвонить, кому-то написать, с кем-то лично встретиться и так далее и тому подобное. Соответственно, вам нужно понимать, кем конкретно и как вы коммуницируете, у вас должно быть записано на бумаге, ну или в электронном виде, неважно как, чтобы когда вы запустились, у вас просто не было и минуты, и секунды сомнения о том, как это реализовывать. Второй пункт – создаем сообщество до запуска проекта. Что это значит? Это вновь говорит о том, что перед запуском вашего проекта вы должны заблаговременно подготовиться. Как только вы решили запускаться, вам необходимо создать свое сообщество во всех социальных сетях. ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме. Ну, откровенно говоря, важно это сделать везде, но в первую очередь там, где ваша аудитория обитает. Зачем это нужно? Тем, что вы заблаговременно аудиторию собираете вокруг себя, вы гораздо быстрее ее информируете в момент запуска. Вы опубликуете сообщение в социальной сети в вашей группе о том, что вы стартанули, ну, с большей вероятностью все те люди, которые в ней уже объединены, узнают о вас, о вашем проекте. Дальше, готовим тексты личных сообщений заранее. То есть мало того, что мы Сашу, Машу и Петю определили в разные категории, как мы с ними общаемся, нужно четко понять, что каждому из них мы, например, в социальных сетях или в электронной почте отправляем. Тексты должны быть подготовлены заблаговременно, чтобы нам осталось только составить письмо, ну, то есть написать, кому мы его отправляем, и делать желательно это, причем индивидуально. Вот, я сейчас сама себя опровергну. Заранее готовим текст и лично отправляем, кому какой. И, наконец, если у вас уже имеется релевантная группа людей, которые, например, подписаны на новости на вашем сайте,
ну, вдруг такое есть, или уже есть в социальных сетях ваше сообщество, ваша группа, или, например, есть ваши друзья-партнеры, да, какое-то еще объединение, у которых очень сильно с вашей аудиторией пересекается база. Используйте это, делайте рассылки по этим людям, анонсируйте ваш старт. Это потенциальная возможность вам собрать средства как можно быстрее. Второй пункт – СМИ и лидеры мнений. Как бы страшно ни звучали вот эти странные слова, типа общение с журналистами или общение с блогерами, на самом деле ничего страшного в этом нет. Все это работает, более того, прекрасно и замечательно, если быть настойчивым, но не навязчивым. Моя любимая фраза. Как это делать? Прежде всего, нужно обращаться к журналистам и к блогерам с умом. Что это значит? Нужно за них заранее продумать, что им будет интересно. Причем не абстрактно им, а конкретным людям, конкретным изданиям, в которых есть конкретные рубрики, в которых пишут, не поверите, конкретные журналисты. То есть вы изначально определяете, в каком именно разделе ваша тема будет смотреться логично. И вы четко пишете тем журналистам, которые данному направлению уделяют время, да, то есть, ну, в каждой категории есть свои журналисты. Вот нас, например, интересует категория общества и культура. И вы четко пишете Снежане Борисовой, которая работает в категории культура, да, журналисту, который по этой тематике пишет, и Евгении Семеновой, которая работает в обществе. Если вам Жанна Борисова говорит, вы знаете, я уже там больше не работаю, она вас четко направит на нужного журналиста. И не бойтесь отправлять пресс-релизы заранее. Что это значит? Когда вы еще даже не запустили проект, вы можете писать пресс-релизы вот этим конкретным журналистам с информацией о том, что вы готовите. Что вы готовите к открытию детский сад. Или вы хотите реализовать такую-то там, организацию, да, такое-то объединение. Возможно, об этом этот пресс-релиз не опубликуют и об этом не напишут. Велика вероятность. Однако, вот эти журналисты, с которыми вы уже поработали, они уже будут знать о вашем существовании. И когда вы напишете им второй, а потом еще и третий пресс-релиз, они уже с большей лояльностью будут к вам относиться, потому что они знают, что вы серьезно занимаетесь проектом, вы не стоите на месте, у вас развивается ваша организация. Примерно то же самое с блогерами, только здесь нужно идти уже от конкретных тематик. То есть под блогерами я имею в виду лидеров мнений. Если вы понимаете, что по вашей тематике в вашем регионе есть несколько человек, которые активно пишут свои личные, да, живые журналы, например, обращайтесь к ним. Для них это тоже прекрасная возможность рассказать, донести информацию. И мне в этом плане очень нравится как локальные, да, региональные блогеры, так и локальные региональные журналисты, потому что они очень голодные до информации. Как только вы начинаете информировать их о том, что здесь и сейчас у вас происходит в вашем регионе, в вашем городе, они с такой охотой за это берутся, при правильном подходе, естественно, что вы потом окучиваете просто все-все-все-все-все СМИ. И дальше это может передаваться, как бы это забавно ни звучало, ну и выше, в региональные подразделения. Вот, кстати, прекрасный пример, который я очень люблю приводить, о, правда, о документальном фильме и о режиссере-документалисте Викторе Дмитрий Васюкове. Дмитрий Васюков – это автор цикла фильмов «Счастливые люди». Цикл фильмов о мужчинах, о таких настоящих мужиках, которые живут в глубокой глубинке. Как бы это тавтологично не звучало, но тем не менее именно так. И зарабатывают деньги промыслом, рыболовством, кто-то охотой, ну, в общем, понятно. И тема, надо сказать, весьма специфическая. Тем не менее, вот обратите внимание, как он ее раскрыл. Кому он обратился в первую очередь с информированием? Это сообщество документалистов. Ну, естественно, понятно, о документальном фильме они писать будут, о проекте документального фильма. Кому он обратился дальше? К экологам, ВВФ, все экологические организации, Greenpeace и так далее, которые также банально даже своей рассылкой, которая гигантская, могли помочь. Дальше кому он обратился?
это все экологичные, в принципе, издания. Ну, то есть не только фонды, но и журналы, газеты и так далее. О путешествиях, вот, в частности. Отдельная тема. Журналы «Гео», журналы «Вокруг света» и так далее, которые пишут о путешествиях, в том числе локальных. Они очень любят эту тему. Следующий этап – это, естественно, издание об охоте и рыбалке. Очень их тема, написали с удовольствием. Следующий этап, к которому он пошел, мой любимый, если честно, это мужской глянец. Ну вот такое модное чтиво, Men's Health, FHM, ну и так далее, да. То есть, почему он обратился к ним? Это брутальные русские мужики, которые вот такие силачи, которые по-настоящему себя реализуют, да, вот так физически. Это было очень умилительно, ну, на мой взгляд, и забавно, потому что, ну, и гениально, естественно, как можно было эту тему развернуть настолько, казалось бы, кардинально противоположным. Ну и, наконец, Дмитрий обратился к локальным СМИ, которые с удовольствием писали и в Республике Алтай, и СМИ Алтайского края, и, в принципе, сибирские СМИ писали о том, что вот к нам едет режиссер-документалист снимать очередной фильм из своего цикла «Счастливые люди». Ну и финалочкой, наверное, расскажу как конкретно про Виктора Анатольевича Шендеровича, который написал о Дмитрии, потому что Дмитрий в свое время ходил в Дом пионеров на Ленинских горах и занимался Виктором Анатольевичем. Виктор Анатольевич, вероятно, Дмитрия вспомнил уже спустя годы, естественно, посмотрел его фильмы и с удовольствием написал, на самом деле, о его проекте. Как видите, очень много отметок мне нравится, каких-то репостов было. Вот репостов здесь не вижу, да, но тем не менее. Это тоже отличный инструмент для того, чтобы его использовать. Намотайте на усы. Третий пункт – лояльная, но неуверенная аудитория. Это так называемый широкий круг, то есть те люди, которые вас еще пока не знают, но сомневаются. Вот они, вроде им и нравятся, и они бы хотели поддержать проект, но они еще не уверены. Что работает на такую публику? На такую аудиторию работают прежде всего новости проекта. Что это значит? Это внутренний такой элемент проекта, в котором вы пишете обновление о том, что у вас сейчас произошло. Друзья, мы добавили новые акции. Ура-ура, мы преодолели барьер в 50% и так далее и тому подобное. Вот, в частности, абсолютно реальный пример проекта «Рамки из деревни», которые, прошу прощения, которые благодарили людей за сбор в 20% в самый-самый первый день. По-моему, очень здорово. Про этот проект еще, кстати, расскажу. Ну и, наконец, самое важное. Это такой условный этап номер ноль, который называется позиционирование. Очень важно тот смысл, да, тот посыл, с которым вы выходите к аудитории. Очень важно, чтобы это не было унижение и просьба помочь деньгами. То есть мы, во-первых, ведем себя очень гордо и ведем себя, скажем так, с позиции сильного. Благотворительные цели даже так сильно не работают, если мы с вами будем унижаться, просить немножечко денег. Работает это гораздо лучше и успешнее, если есть следующие мотивы поддержки. Какие они могут быть? Первое – это соучастие, сопричастность, возможность стать частью команды, где бы ты ни был. Вот как бы это забавно ни звучало, но это один из самых активных мотивов, который сподвигает. Я хочу, чтобы, вот я где бы я ни был, вот я хочу, чтобы в этом городе было такое-то заведение, например. Или я хочу, чтобы в этом городе дети ходили вот в такой-то образовательный центр. Мне это очень хочется реализовать. Я не могу это сделать здесь, но пусть вот хотя бы там это будет возможно. Дальше, желание реализовать идею или достичь цели. Очень хочу, чтобы эти ребята наконец-то воплотили желаемое в жизнь. Вот прям страстно хочу, чтобы они организовали, например, в нашем городе такой-то образовательный, опять же, центр для ребятишек. Я хочу, чтобы это было сделано. И никак иначе. Следующий пункт – желание получить бонус или вещь. Очень частый, мотивирующий такой элемент. Это действительно работающая история, такая циничная очень, но тем не менее стимулировать аудиторию можно очень часто именно какими-то акциями, вознаграждениями, которые интересные. Дальше симпатия к автору. Что это значит? Это присутствие в виде обращения,
в текстовом описании посыл, да, такой очень обаятельный. Вот если в видеообращении особенно часто это бывает, есть обаятельные люди, которые тебя цепляют, тогда, ну, ты просто попал. У меня такое было, как бы это забавно ни звучало, с панк-рок командой из Калининграда. Ну, то есть, между нами я совершенно не в формате панк-рока, естественно, но, тем не менее, там были такие умилительные парни в видеообращении. Ну, они меня просто сразу захватили всем своим видом и уже не отпускали. Естественно, я их с удовольствием поддержала, безвозмездно. Мне не хотелось получить альбом совершенно, но мне показалось, что эти ребята достойны. Ну и, наконец, какой это у нас уже пятый пункт по счету – уважение к автору. Сразу скажу, работает с известными людьми. У нас есть абсолютно тоже реальный пример с одной музыкальной группой, у которой такая аудитория, что, мне кажется, они готовы идти за своей любимой группой. Ну, на край земли это точно пойдут. В космос тоже, наверное, улетят. Это группа «Пикник» и армия фанатов этого коллектива. Почему я так уверенно об этом говорю? Когда они только первый раз пришли к нам на планету, мы им честно сказали: дорогие музыканты, первый проект должен быть простым, понятным, очевидным. Например, у музыкантов это всякий раз музыкальный альбом. На что они сказали: вы знаете, альбом мы уже записали, мы на другое пришли средства собирать. Нам нужны декорации для тура. Ну, то есть сомнительная цель, будем честны, в том смысле, что даже вот я бы какую музыкальную группу для себя не вспомнила, свою любимую, которой я там одержима, да, была в какое-то время. Тем не менее, ну, такая цель меня, возможно, и побудит, но совсем на какие-то незначительные вклады. Здесь аудитория была счастлива поддержать, и они собрали, ой, дай бог памяти, возможно, по-моему, что-то в районе 800 тысяч рублей, можете сейчас даже посмотреть на планете, сколько собрали. Группа «Пикник» — самый их первый проект. Потом уже был второй, который конкретно собирался на альбом. Но это было поразительно, потому что аудитория готова идти просто за автором, куда бы он ни сказал. Примеры реальных проектов. Первый из них — это «Рамки из деревни», я о нем уже говорила чуть раньше. Проект, посвященный обеспечению рабочих мест для жителей конкретной деревни. Понятная, абсолютно очевидная тема, бабушки и дедушки воплотили ее в жизнь благодаря молодым и энергичным организаторам. Собрали больше заявленной цели. Второй проект, очень мне он нравится, наверное, близкий какой-то. Self Mama Forum – проект для молодых мам. Как это было и что это было? Во-первых, молодые мамы решили объединиться в группе в социальной сети, обсуждать свои вопросы, проблемы, в общем, все то, что с ними произошло вдруг внезапно и так резко. И одна из веток обсуждения была настолько активна, что они решили, в общем, ей и заняться. В частности, это проблема самореализации. То есть тот момент, когда молодая мама не хочет посвящать себя только лишь ребенку и становиться вот такой исключительно домашней, но при этом ей очень хочется самореализовываться в рабочем смысле этого слова, в профессиональном. И как вот этот баланс сохранить, чтобы тебя и ребенок, в общем, не тетя не называл или мамой выходного дня, и при этом ты могла быть такой, какой хочешь действительно являться. Они организовали для обсуждения всех этих вопросов офлайн уже мероприятие. Это было их первое мероприятие, вот которое я сегодня, о котором я сегодня рассказываю. Это был форум для обсуждения вот конкретно этих проблем. Самый первый форум они организовали благодаря краудфандингу, а в итоге уже второй, и сейчас уже много других мероприятий реализуются с помощью спонсоров, потому что о девушках уже очень многие узнали, их сейчас поддерживают. Большие молодцы. Средства собирались на организацию мероприятия. Дальше это организация «Московская велоночи», я говорила о них, об этих выше, об этих авторах. Собирали средства для того, чтобы вот воплотить в жизнь, реализовать этот проект. И были
откровенно говоря, так удивлены сами, что это стало возможным, что они собрали деньги, учитывая, что мероприятие, внимание, бесплатное само по себе. Ну, то есть ты можешь принять участие бесплатно в этом заезде. Ну, там есть какие-то моменты, да, они продают футболки и так далее. Очень здорово. Мне было очень приятно, что авторы сами не поверили в то, что это работает, и потом реализовали второй проект, который тоже был успешным. В общем, большие молодцы. Дальше. Очень интересная история про Кирово-Чепецк, про установку светофоров. У реальных, да, просто у жителей Кирово-Чепецка была абсолютно реальная нужда в установке светофора, который местные власти все затягивали и затягивали установить. Там действительно было очень много аварийных ситуаций, было очень много происшествий, и ну, банально дети, которые шли в школу, попадали ну, под автомобили. Это было страшно. Они собрали деньги, установили сейчас светофор, все абсолютно реально работает, то есть надо воплощать. Благотворительный проект, который также решила привести в пример, потому что, ну, возможно, есть авторы благотворительных проектов. Это самый успешный, сразу скажу, пример. Решила бабахнуть вот так большой суммой. Уникальный действительно центр для животных, который в Московской области расположен. Уникальность его в том, что это центр не только для, скажем так, привычных нам кошек, собак и так далее, но это гигантская территория вообще для очень многих типов видов животных. Там есть место даже для лошадей, там есть, ну, насколько я помню, да, к сожалению, не так глубоко знаю проект, и свиньи, то есть и какой-то крупнорогатый скот есть. Ну, в общем, удивительное пространство для лечения, да, для восстановления животных. Почему они собрали такую большую сумму? Потому что, ну, во-первых, это действительно очень большое пространство, большая территория, уникальная. И второй момент, они очень активно привлекали известных людей в поддержку своего проекта. Что это значит? Они анонсировали информацию о проекте, записывали видеообращение в поддержку данного проекта, чтобы не только на словах, да, но и визуально подкрепить свою боль и поддержку. Проект действительно собрал удивительные деньги. Вот уникальный центр, удивительные деньги. Ну и, наконец, хотела бы привести в пример в том числе и проект, который реализовали мы в команде «Планеты». Мы в январе месяце запланировали, уже в прошедшем январе, мы ездили в дом-интернат в Кольчугино и проводили мастер-классы. Причем старались проводить такие мастер-классы, которые ребятам подопечным были бы действительно нужны в будущем. Мы обучали их такому вязанию скорому, проводили различные интересные мастер-классы по художественным уже навыкам тоже, опять же, пусть тебе не кажется, что ты плохой художник, не бывает людей, которые не умеют рисовать, вот, и так далее. Это был проект, направленный на сбор средств для реализации этих мастер-классов, то есть вот все те вещи, которые мы закупали, смогли купить благодаря тем, кто поддержал проект. Это все акционеры «Планеты», активные, скажем так, жители. То есть такие вещи тоже можно в рамках своей команды реализовывать, даже в рамках своей компании можно реализовывать. Вот такое корпоративное волонтерство. В общем-то и все. Готова ответить на вопросы. Надеюсь, что было слышно, видно. Я пока оставлю этот слайд с информацией, чтобы была рядом. Вопросы жду в чатике. Пока вижу просто вопросы, посвященные качеству связи. Ну, если вопросов не будет или они возникнут чуть позже, вы можете написать мне лично и их задать, например. Или в социальных сетях тоже это вполне себе возможно. Ну что ж, пока вопросов нет, и я так понимаю, с ними, наверное,
попозже определите. Спасибо большое за внимание, спасибо за активность и удачи, успехов в реализации идеи. Можете уже сейчас нажимать на кнопку создания проекта. С правильным подходом у вас все получится. Спасибо. А, нет, появились вопросы. Так, странно получилось. Можно ли второй раз выставить проект, если первый раз он собрал меньше 50%? Да, безусловно, это можно, это прекрасный шанс для вас как раз тоже ту аудиторию, которая вас раньше уже поддерживала и в вас поверила изначально, вновь привлечь в новый проект и поработать над ошибками. Да, это возможно сделать. А видео-вебинар описалось или нет? Да, видео-вебинар описалось, оно обязательно будет выкладываться, так что если у вас с качеством связи сегодня не сложилось, можно посмотреть запись и также задать вопросы постфактум. Есть ли статистика по небольшим городам? Да, эта статистика есть, в частности, ну, то, чем я в настоящий момент обладаю, да, без подготовки. 50, больше 50, в общем, процентов – это поддержка со стороны регионов, то есть это не Москва и не Санкт-Петербург. Лидерами в этом направлении являются Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону. По-моему, еще Нижний Новгород. Вот. Но мы плавно переходим на проекты сибирские и проекты Дальнего Востока. Естественно, пока центр России лидирует. Так, дальше. 50-200 ТВС. Не очень понимаю, расшифруйте, пожалуйста. А, тысяч жителей. Если статистика по небольшим городам, 50-200 тысяч жителей. Вы знаете, я могу этот вопрос в частном порядке узнать, да, для вот каждой такой статистики нужен пример. Вообще в идеале, чтобы вы написали, какой именно город вас интересует, и я по конкретному городу посмотрю. Вы сами прекрасно понимаете, что население города далеко, вернее, количество населения города далеко не залог активности этого самого населения. Так что нужно смотреть по конкретным городам. Если больше вопросов нет, еще раз вас благодарю. Вопросов нет. Хорошего вам дня. Спасибо большое, что провели время, как я думаю, с пользой, как мне хочется верить. Рада, что присутствовали. Спасибо и удачи еще раз. Хороших, успешных проектов.